Это видео было зафиксировано городскими камерами Ярнета. Все произошло в Брагино около 2 часов дня. На перекрестке Ленинградского проспекта и проспекта Дзержинского столкнулись 3 автомобиля. Сначала дорогу не поделили Toyota и 15-я модель «Жигулей». После иномарка отлетела в Hyundai. Остановились перед пересечением проезжей частей. 15-я модель ехала с той стороны на свой зеленый сигнал светофора. И все, а это выскочило. То ли с рынка выехала, то ли отсюда. Я толком даже не заметил. Я смотрю, она уже боком на меня летит. Водителю Hyundai повезло больше всех. У машины слегка помят бампер. Сам он и его пассажир не пострадали. А вот 56-летний хозяин Toyota, которого из салона пришлось доставать спасателям, отправился в больницу на скорой с переломом таза. По мнению очевидцев, именно он стал виновником аварии. Свидетели говорят, на перекресток водитель японца выехал на красный свет. Шофер «Жигулей» Владимир Пучков был в машине не один. Вот друг на пассажирском, там ребенок, он сзади в кресле. Ребенок пострадал. Владимир уже задумался о том, чтобы отправить машину на восстановление. Toyota, вероятно, отправится на металлолом, а ее водителю предстоит долгое лечение в больнице. А в госавтоинспекции в течение 10 дней должны определиться со степенью вины каждого из водителей. Ольга Преснухина, Сергей Ватин. День в событиях.